Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. Кому и насколько повысили пенсии с 1 сентября 2019 года? Нас спрашивают, а правда ли по закону, что некоторым пенсионерам с 1 сентября повысили пенсии? И если да, то кому и насколько повысили пенсии с 1 сентября этого 2019 года? И как можно получить данную прибавку к пенсии? На что сообщаем, что размер минимального дохода неработающих пенсионеров в Москве повысят с 17 500 до 19 500 рублей. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин. Неработающие пенсионеры, у которых пенсия ниже 19,5 тысячи рублей, с 1 сентября получат доплаты из городского бюджета. Минимальный городской стандарт пенсии увеличивают регулярно. С 1 января 2018 года он поднялся на 3 тысячи, с 14 500 до 17 500 рублей. По данным Департамента труда и соцзащиты населения, средняя доплата неработающим пенсионерам в столице тоже выросла с 5500 до 6600 рублей. Как отмечают в Пенсионном фонде Российской Федерации, без городских доплат московские пенсионеры в среднем получали бы всего 13 800 рублей. На региональную социальную доплату до городского стандарта в размере 19,5 тысячи рублей могут претендовать неработающие пенсионеры, зарегистрированные по месту жительства в Москве в общей сложности не менее 10 лет. Если пенсионер зарегистрирован в столице менее 10 лет или зарегистрирован по месту пребывания, имеет так называемую временную прописку, региональная доплата устанавливается до прожиточного минимума пенсионера в Москве. А это в 2019 году 12 115 рублей в месяц. Перерасчет пенсии неработающим пенсионерам будет произведен по обычному графику в первой декаде сентября. Перерасчет для тех, кто и раньше получал такую доплату, сделают в автоматическом режиме. Для тех, кто получает ее впервые, потребуется обратиться в МФЦ и подать соответствующие заявления. Если после просмотра выпуска у вас возникли дополнительные вопросы, просим их задавать в комментариях, на что мы ответим в отдельном выпуске. На этом канале мы занимаемся бесплатной юридической консультацией пенсионеров и сообщаем всю важную информацию о пенсиях. Если вы хотите знать больше важной правовой и не только информации о пенсиях и дальнейшее улучшение качества выпусков, то обязательно ставьте «Мне понравилось». Просим задавать интересующие вас вопросы в комментариях и лайкать понравившиеся вопросы. На все вопросы по мере их поступления в зависимости от их популярности, то есть количества лайков под ними, мы будем и дальше отвечать отдельными выпусками. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, и мы обязательно ответим. Цель нашего проекта – оказание бесплатной юридической помощи всеми доступными средствами. Если вы хотите помочь развитию проекта и повышению качества и количества выпусков, ставьте лайки, делитесь нашими роликами и, самое главное, подпишитесь на блог юридической помощи.